В заводском ФОКе Балаковского филиала АО «Апатит» на днях можно было наблюдать удивительную картину. Волейболистки клуба «Протон Саратов» делились своими секретами игры с юными воспитанницами проекта компании «Фосагро» «Детям России. Образование, здоровье и духовность. Дрозд». Над полем одновременно летали десятки мячей. Подачи опытных игроков отбивали девчонки, которые только начинают свой спортивный путь. Не в каждом городе есть такая команда, которая может мотивировать детей как бы заниматься спортом и в дальнейшем. Тоже очень много воспитанников приходят в такие команды и продолжают представлять свой город. В прошлом сезоне команда «Протон Саратов» завоевала бронзу чемпионата России по волейболу среди клубов женской суперлиги. Такого результата не было уже несколько лет, говорят спортсменки. Последний раз медаль чемпионата девушки завоевывали в далеком 2005-м. То, что мы сделали, это чудо. И для нас это бронзовая медаль, как золотая медаль. Это запомнится на всю жизнь. Тренер «Протона» Юрий Маричев говорит, что была проведена просто колоссальная работа, которую не видят болельщики. Многочасовые тренировки, сборы, правильно выстроенные графики занятий – все это повлияло на итог чемпионата России. Результат не только одной команды, это результат всего коллектива, и в том числе и коллектива «Фосагро». С вашей стороны мы чувствуем постоянное внимание и за это очень благодарны. Компания «Фосагро» с 2014 года выступает генеральным спонсором волейбольного клуба «Протон Саратов». Ведь именно в Балакове зародилась эта команда несколько десятилетий назад. Она была создана по инициативе Балаковского химического завода, ныне Балаковского филиала АО «Апатит», и получила название «Синяя птица». Прошли годы, имя изменилось, но дружба химиков и «Протона» продолжается. Сейчас уже стартовал новый сезон в Суперлиге, и компания «Фосагро» вновь не осталась в стороне и подарила микроавтобус для комфортного переезда спортсменов на тренировки или соревнования. Мы в этом году вложили «Протон», получили бронзу. Сейчас на новом автомобиле, я думаю, что он вам поможет приехать и к серебру, и к золоту. Юные волейболистки, которые в этот день приехали на мастер-класс сильнейших игроков «Протона», тоже верят, что смогут когда-нибудь дотянуться до золота. Несколько девчонок уже приметили и пригласили в молодежку «Протона». Связь между поколениями должна быть обязательно. Да. То есть пример перед глазами у девчонок, у младших должен быть обязательно, потому что они должны понимать, что из таких же малявочек, как они, потом вырастают игроки экстра-класса. Важность связи между поколениями понимают и «Фосагро». По инициативе химиков игры основного состава «Протона» периодически проходят в Балакове. А начиная с этого сезона молодежная команда и вовсе будет постоянно базироваться в нашем городе. Юные волейболистки теперь будут регулярно наблюдать за тонкостями игры лучших команд страны. А подобные мастер-классы, когда «Протоночки» становятся наставницами для подрастающего поколения, просто необходимы. Посмотреть, как они играют в рамках сезона, это одно, а вот так вместе здесь, вместе поразминаться, вместе поиграть, это совсем другое. Это и психологически для них, я думаю, что это немножко другой уровень. Конечно, сложно справиться с волнением, когда на противоположной стороне поля стоят бронзовые призеры Суперлиги. Но юные волейболистки из волейбольной секции «Дрозда» собрали нервы в кулаки и дали бой профессионалам. И даже забили им несколько мячей, то ли еще будет.